Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и сегодня наша тема-лекция вирокастирующая точка P8 Диндюй, относящаяся к меридиану легких. Внимательно, пожалуйста, будьте. У человека опухает лицо при кашле. Вот человек настолько энергетику свою внутри породил, что энергетика стала подниматься, и у него стало что? Опухать лицо от этой энергии. Что нужно? Нужно развернуть массажными движениями, расслабляющимися в данной области P8 точки Диндюй, чтобы опустить ту энергию, которая поднялась вверх. Многие скажут, а здесь связь. Вот как всегда традиция. Но восток же дело тонкое. Многие к этому не прислушиваются, не хотят слушать даже, что восток дело тонкое. Но вот тонкость здесь заключается в том, что смотрите, пожалуйста, внимательно. Мы частенько в наших лекциях говорим. Мы, знаете, даем рациональное зерно в наших лекциях. А вы, уважаемый зритель, не поленитесь это рациональное зерно дальше посмотреть. Что же это зерно породит? Вот мы сегодня посадим вам информацию, а вы должны возрастить эту информацию. Мы даже за вас это делаем, потому что мы знаем, что вы ленитесь, и вы не будете это делать. Потом, пожалуйста, смотрите, как простирается внутренний меридиан сердца. Причем здесь сердце? Как простирается данный меридиан легких, внутренний? Как он связывается с внутренним меридианом сердца? Если вы внимательно будете смотреть, как меридиан сердца внутренний проходит по лицевой области, то легкие передают, что эту энергию внутреннему каналу сердца через что и воспаляется. Что лицо человека, оно опухает при кашле. Что нужно? Нужно развернуть энергию, что вниз, чтобы она пошла. С помощью данной точки P8 Диндюй. Здесь мы вот точно скажем, данную точку нужно расслаблять массажными движениями и не бояться отводить эту избыточную энергию, которая порождает опухание лица. Спасибо за внимание.